Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу и икру прямо из края вулканов. При этом все виды рыбы, а их ни много ни мало 35, свежие. И что самое главное, натуральные. Во-первых, вот чавычу я все время беру, она очень вкусная рыба. И по сравнению, как у нас щука продают, это лучше. Чавыч пользуется буквально бешеным спросом у рязанцев. Не зря эту рыбу называют коронным продуктом камчатского улова. За большой размер чавыча не просто так называют княжеским или королевским лососем. Но помимо этого, рязанцы могут попробовать белорыбицу, белугу, палтуса и тунца. Разнообразие здесь побольше, конечно. Вот. Ну, не знаю, решили сегодня купить. Камчатская вкуснее. И икра тоже вкуснее. Большим спросом пользуется и икра. Еще бы. Такой полукилограммовый контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами – омега-3 и омега-6. Да и состав, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный. Только икра и соль. Вообще, эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Познакомиться с ним лично и купить полюбившуюся рыбку можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка продажи икры и рыбы камчатской работает до 8 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».